Друзья, всем привет! Как вы видите, постоянно предупреждают о непристегнутом ремне безопасности. И иногда нужно, чтобы вы не пристегнулись, и этот звук как бы достает. Поэтому сейчас буду показывать, как отключить предупреждение о ремне безопасности на Mercedes E-Class 213, также и на другие модели. Будем все делать через Monaco, программу Monaco. У кого нет программы Monaco, можете написать мне в комментариях. Также все будем делать через OpenPort. Заводим двигатель. И все. Оповещение только сначала несколько раз сигналит, и после этого выключается. Все, больше не предупреждает о непристегнутом ремне безопасности. Потом также покажу, как выключить сзади. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем спасибо и удачи на дорогах.